Справка слегка подсевшей бритвы на тюринцах. Наводим суспензию. Пенсия должна подливаться, не гнать перед собой, а подливаться под лезвие, чтобы мы работали на катающемся зерне. Можно икс-образными движениями работать. Но суспензии удобнее стрижками. Полоснем и на чистом камне. Бритвочку еле придерживаем. Вот она. Придерживаем. Веса нет. Давления нет никакого. Слегка придерживаем за шейку, чтобы дать направление движения. Все. Хотя тюринцы и прощают давление, в отличие от других камней.
наверное, и все. Просто так. Легкая зарисовка, как работать на... править слегка подсевшую бритву на небольшом камушке.